Я считаю, как раз наоборот, что театр – это последнее, что осталось из свободного пространства, потому что все уже, везде уже побывали, везде потоптали. И в кино, и в телевизоре. Не вам рассказывать об этом, да? И в средствах массовой информации, и печатных. Товарищи, вы смотрите одно из немногих свободных телевидений, оставшихся в этой стране. Уцелевших, да. Так что вот этот год, он, конечно, ознаменован вот этой замечательной фразой «пришли в театр». Вот они пришли в театр.